Во-первых, мы находимся сейчас в помещении, где мы можем спокойно находиться без специальных костюмов, специальной защиты. В отличие от тех, кто там будет. Тех, да, там другой класс чистоты. Uh-huh. Там, принципе, я расскажу как бы вот сейчас об этом немного попозже. Здесь мы специально вывели на монитор те операции, которые мы не можем видеть, которые находятся внутри помещения. Uh-huh. Да? Вот это реакторы, которые основаны на так, самом современном сейчас подходе, используют на разных технологиях. Это, условно говоря, большой сосуд. Но внутри находится мешок. Внутри мешок одноразовый. То есть все клетки и все процессы происходят как внутри одноразового мешка. Вот это сейчас показывает операции стерильных манипуляций. Естественно, клетки, как и живые организмы, не болеют. И мы должны создать такие условия, чтобы они не болели. А что в мешке в этом? А в этом мешке специальная питательная среда. А, питательная среда. Да, то, как бы, на чем они живут, это их еда. А сколько вот этот цикл идет? Или он... 30 дней. Здесь это следующий этап. Здесь происходят все манипуляции уже как бы с очищенной, да, уже с очищенной субстанцией. Сильно отличается производство антигриппина в советском Союзе. Совсем другое. В аптеке там просто. Да. Обращение, естественно, что... Мы сейчас покажем, что есть продукция этого завода. Давайте. Посчитаю его видео. Вот такой мешок, который стерильный, здесь это все трансфигурирует. От разгонки из банка вот до выхода мешка 30. Ну ладно, хорошо, здорово, интересно. Добавлю деталь. Даже вещи показывать не будем, вот как раз новое. Новое давайте делать. Это комплекс изотопной диагностики. Mm-hmm. Значит, здесь вторая проблема – это смертность от онкологических заболеваний. Продукт доступный, простой. И если управлять им не очень сложно, да? Ну, на уровне... 7,5 раза ниже расчетный. Соответственно, вот такое вот решение для онкологии. Есть целый комплекс других продуктов, которые тоже для этого предназначены. Значит, этот аппарат позволяет мгновенно определить, что произошло с пациентом, прямо в операционке. И это целая технологическая платформа новая, мы такие аппараты производим с 93 года. Все это на русском языке, простое в использовании. Наши коллеги создали за 2 года новую систему. Что это за создатель? Скажите. Значит, это система универсальная, рентгеновская. Значит, это оборудование, оно универсальное. Выбрали, сказали, что хочется снять, и, собственно, ошибиться очень трудно. Спасибо. Сегодня у нас заседание Президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию. Рассматриваем мы фармацевтическую и медицинскую промышленность. Не скрою, в общем, сегодня с интересом осмотрел все, что показывали здесь на территории особой экономической зоны. Это впечатляет. Все-таки есть результаты, и по целому ряду направлений весьма неплохие. В последние годы, как я уже сказал, усилия государства по модернизации системы здравоохранения стимулируют спрос на фармацевтическую медицинскую продукцию. Еще одна тема, связанная с такого рода проектами, это организация государственных закупок. При государственном финансировании разработок новых лекарств важно учитывать их особенности, при необходимости предусматривая дополнительное время при получении разрешения на проведение клинических исследований. Хотел бы еще раз подчеркнуть, нужно все упрощать, это очевидно, но все-таки с пониманием того, что речь идет о медицине, речь идет о здоровье наших людей.